Ребята, знаете, что это? Это посылка. А знаете, откуда посылка? Посылка из Литвы, ё-моё! Из Литвы посылка. А знаете, что в посылке? В посылке, ребята, консоль, которой у нас с вами нету. Это просто огонь. Это просто огонь. Давайте же мы скорее эту посылочку, эту консолечку распакуем. Посмотрим, чем же мы с вами пополнились и что за экземпляр у нас с вами в коллекции. Всем добра, народ! Аникисян на проводе. И сходу хочу выразить свою глубочайшую признательность и благодарность Виктору Дюбе, который из Литвы за свой счет из своей коллекции отправил нам, ребята, посылку. А посылки, как вы уже поняли, новая консоль, которой у нас с вами нету. Витя, братуха, от души тебе вообще респект. Это я никогда не перестану удивляться и восхищаться таким действием и таким людям. Блин, просто для меня вот, просто взять из коллекции отдать, да, это такое нечто, это такой человек должен быть, который заслуживает, да, эту передачу. И я не думаю, что тоже кому попало такие вещи ты бы сделал, поэтому, братуха, еще раз прими мои глубочайшие благодарность. Спасибо за новую консоль, спасибо за эту суету, за отправку из Литвы за свой счет. Вообще для меня это просто нечто. Просто, ребята, чтобы вы понимали, да, имея в коллекции более 250 консолей, из которых 200 разные абсолютно, как минимум, очень тяжело, и не то что тяжело, очень нечасто получается так, что в коллекции прибавляется нечто новое, нечто то, чего не имелось или не имею. Поэтому каждая консоль для меня это реально счастье. И, блин, вы знаете, что когда-нибудь вы обязательно каждую из этих консолей вы можете увидеть наглядно и даже потрогать. Я сделаю все, чтобы это осуществилось. Вот, и давайте, блин, приступим к разбаговочке, к нашей новой консоли. Но пока я тут разбаговываю, ребята, я хочу вам ссылочку одну оставлю у себя в описании. Там мой, короче, племяш со мной видосик снял. Зайдите, посмотрите. Там за подписку ничего не говорю. Он слишком юн пока. Пускай опыта набирается на своем уровне. Но видосик зацените. Там Аникисян на складе. Лайк поставьте пацану, пару строк напишите, пускай кайфует. Ссылочка в описании по-любому. Это мой племяш, повторяю еще раз. И, ребята, у нас тут вообще просто. Бля, у меня нет слов, чуваки. У меня нет слов, Витя. Огромное спасибо тебе, брат. Огромное спасибо. Вы посмотрите, что это такое, ребята. Это пистолет от Бенатона. Бенатон, чтобы вы понимали, это сейчас. Это компания, которая по лицензии Magnavox выпускала Понги. Блин, это круто. Это, чуваки, просто космос. Вы посмотрите вообще. Цветной Бенатон. Licensed by Magnavox, ребята. Давайте, наверное, это распакуем ее, посмотрим. Потому что вот такой комплект в подарок. Это не то, что счастье, это вообще благодарность и признательность, и счастье, все в одном.
Блин, это кайф, чуваки. Это я вообще просто фирменный Магноволхзи Понг. Вы представляете? Давайте посмотрим ее поближе, короче. Не, ну вы посмотрите на эту красоту, ребята. Это просто, я не знаю, у меня нет слов. Сейчас буду стараться. Значит, вот, licensed by Magnavox USA. О, Color TV Game 4+2. 2 для пистолета, 4 понгообразных. Тут у нас еще теннис получается. Двойной, вот стрельба. Вот так это все выглядит. Сделано в Гонконге. Вот. Такие вот все моментики, я не знаю. Designed by Benetton International. Так, где там? Давайте, давайте ее. И давайте посмотрим еще. Light gun, так сказать, в коробочке. Фу, просто, блин, видите, вообще, что за аппарат, вообще, что за аппарат. Сейчас мы откроем, посмотрим, что тут есть вообще еще. Made in Hong Kong. Интересно, год где-нибудь будет написано, но это где-то ближе к 80-м, я думаю. Вот так вот выглядит в коробке пистолет. Давайте извлекем ее отсюда. Ой-ой, красавчик, а. Вообще. Вот это уровень, бля. Вот это уровень в натуре. Так, карантинная карточка. Год, год, год. Нам нужен год. Есть тут год. Тут пока нету. Так, у нас бумажечка прилипла. Сейчас аккуратненько. Так, модель 014897. Года пока не вижу. Нигде не написано. Давайте посмотрим сам ствол. Прикиньте, какой разъем. Это куда интересно подключается. Сейчас надо смотреть. Глушителем, ё-моё, прикинь. Все, тут, короче, капитально, понял. Типа раз, там зарядился, все, ушел, короче, бой. Прикол. Вообще прикол. Вообще кайф. Ребята, я прям кайфую. Год, год. Нигде нету года. Давайте посмотрим, что в конкретно в коробочке. Как выглядит сама консоль. Вот, тут все по красоте у нас, ребятки. Все по красоте. Все, инструкция. Инструкция. Блин, а где тут год? Где-нибудь написано год? Прикиньте. Что странно, вот у старых консолях вот мало вообще на ком написано год. Вот у меня тоже вот есть Fairchild, на который я готовлю обзор вам сейчас. Блин, нигде года нету. Ну, как бы я знаю, какого это года, но по факту на коробке нигде не написано. Все по красоте, прикиньте, вообще, блин. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, братуха, вообще, видите, блин, спасибо, брат. Спасибо. Так, прикиньте, а куда суется ствол? Куда суется ствол, скажите мне? Тут. Вообще тут блок питания, понятно, ладно. А, вот походу. Ну-ка. Блин, ну, прикиньте. Фу, вообще. Вообще. Гонконг. Ух. Понг на микрухах. Там тоже видно вам, нет? Это у нас, значит, кабель антенный. Так, он подключенный, что ли, получается? Давайте это сделаем.
Да, он не съемный получается. Странно, странно как сделано. А как же это? Как его вытаскивать, чтобы... Ну, короче. Давайте вот так вот поставим это сейчас сюда. Отключим. Фу. Геймпады. Джойстики, точнее. Это даже не джойстики, это, блин. Вот. Левый плеер. И правый плеер. Слушайте, ну это круто. Это все съемные такие джойстики. Вообще это как бы. Ну и для ствола отдельный разъем здесь. Короче, вообще по-лютому тут все, ребята. Все по-лютому. Вообще счастье конкретное. Потому что консоль, которой у меня нету, теперь есть у нас. И это прекрасная вещь. Пополнит нашу с вами коллекцию. И будет прекрасным экземпляром на любой выставочной площадке. Это круто. Это круто. Вообще нет слов, ребят. Ну и напоследок еще раз мои безграничные благодарствия Вите и всем таким людям, которым по кайфу все то, что я делаю. Ребята, вам спасибо. Вите, еще раз, братан, я тебя обнимаю. Желаю тебе, чтобы все у тебя было, братан, по жизни, по фэншую. Вот. Здоровья тебе, твоей семье, твоим близким. Да и вам всем, ребята, спасибо, что посмотрели. Ссылочка на Инстаграм будет в описании. Обязательно там будут хорошие фотки всего комплекта. А также не забывайте про видосик. Зацените, лайк поставьте, чего от вас. Ничего не стоит этого, а пацану будет приятно. Поэтому все, ребята, спасибо. Виктор, еще раз, брат. Вообще просто респект тебе. Все. С вами была Никисан. Новая консоль нашей коллекции. Подарок от подписчика. Просто взрыв мозга. Все. Всех обнял, поднял, ребятки. Давайте, хоп.